Всем здорово, ребята, с вами Just Jack, и мы продолжаем с вами проходить игру под названием Alice Madness Returns. Давайте уже потянем этот рычаг. И что у нас произойдет? И где эти летающие? Тихо. Ах ты, стерва! Все хорошо. Так. Как нам теперь с вами туда попасть? Понятно? Оу! Блин, мало того, что тут расстояние далекие, так теперь еще и нужно время точное рассчитывать. Я не успел. Так. Да что ты будешь делать-то, а? Так, все, ты давай, не раздражай меня. Хорошо. Так. Давай. Ух. Отлично. Получилось. Далее. Бутылочка. Значит, нам нужно с вами туда, получается. Да, вот сюда. Воспоминания. Even the humble funnel has a special job. How would you get gin from a barrel to a bottle? Эти загадки довольно-таки сложны. На самом деле. Так, ну нет, там нам ничего с вами не нужно. Так. Я отсюда не смогу допрыгнуть. Может быть, я отсюда смогу? Так. Ага, хорошо. Интересно, зачем мне наверх? Я попробую до сюда дойти сначала. Так. Выглядит отлично, но могу сказать со знанием дела. Пора пустить твою новую кружку в дело. Что это? Не совсем понял, что произошло. Так. Вот оно как. Вообще не понял смысла вот этого.
Так, хорошо. Подожди. Так. Подожди. Стой, так я могу управлять ей? Так. Ага. Действительно, я могу ей управлять. Так. Хорошо. Просто спускаемся ниже. Так. Ой. Я не знал, что нужно заряжать. Ладно. Так, так, так. Ага. Так. Так, давай-ка заново. Слышь. Опачки. Я надеюсь, это... Господи ты. Так, чё? Так. Так. Блин, вообще, на самом деле... Непонятненько. Как-то все здесь происходит. Так, заталкиваем. И что это за руль? Тихо. Ага. Блин. Это, конечно, непонятно, но, с другой стороны, это даже круто. Как-то. Только когда это закончится и что есть... Это какая-то условная телепортация или что? Что это вообще такое? Как это объяснить? Я немного не догнал. Ну, ладно. Хорошо. Так. Опа. Ой, хорошо. Достал таки. Так. Так. Ау. Спокойствие. Здесь я пока торопиться особо не буду. Так, так. Ага, я так и знал. Я так и знал. Так, то есть у нас с вами появился какой-то новый враг, да? Это кукольник. Так, туда смерть найдешь. А здесь что? А-а-а. То есть... Скорее всего, да? Так, в таком случае нам с вами как-то на скорость нужно будет пройти, да? Ладно. Черт, я не туда. Давай, немножко сосредоточимся, я буду мочить. Потому
что так попроще. Тихо. Успел. Собственно, нужно было помолчать, потому что сложно было сосредоточиться. Так, давай, падай. Так. Оп. А. Успел. Так. А, вот. Отлично, минус один. Ох ты, что плохо вчера. Посмотри на него. Будь осторожна, Алиса. Не оступись, Алиса. Что это значит? Мне нужно где-то найти какой-то рычаг, да? Здесь довольно-таки жутенько, я бы хотел вам сказать. Так. Но это не совсем то, что мне нужно. Я не секрет здесь отнюдь искал. Я искал, где здесь можно пройти дальше. Так. Ага. Нет? Нет. Значит, мне нужно... рычаг. Который откроет вот это стекло. Так, сейчас я тут встряну, походу, да? Так, поезд впереди. А, так, может быть, реально как-нибудь вот так здесь? Можно, может быть, что-то видно будет. Но стекла вот почему-то фиолетовым оттенком светятся. Может быть, я могу с помощью уменьшения как-то через них проходить, я не знаю. Да нет, вряд ли. Так, впереди бутылочка. Так, стоять. Нет. Нет. И нет. Так, там впереди кукла. А пройти мне не дают. Хорошо, значит, я... значит, я что-то упустил где-то раньше. Так. Показываю дальше, мне где-то нужно будет применить бомбу. Впереди, да? Нет. Вот я дурацкий дурак, а? Так. Ага, понял. Будь осторожна, Алиса. Алиса, беги. Ой, умничка, Алиса. Так. Хорошо. Так, это мы, получается, с вами за стенку
переместились. Так. Угу. О, папанус. Ну-ка. Яви свое личико прекрасное. У меня чайник вскипел для тебя, чё? А. Так. Это что? Так. Так, этот рычаг, надеюсь, все открывает, да? Да, он открывает все. И выключает тоже все. Так. Что у нас здесь? Понятно, это чтобы обратно вернуться. Ой, это в таком случае получается, нам нужно вот до туда прыгнуть, поставить там бомбу, вернуться обратно, он поднимется как раз наверх, и мы с вами сможем запрыгнуть туда. Опять же, верный ли это путь? Возможно, верный. Возможно, это единственный верный. Подожди. Я же могу как с той, так и с этой стороны, да, получается, попасть. Ладно. Так. Тороплюсь. Очень сильно тороплюсь. Так, ладно, в таком случае. Давай просто сделаем вот так. Зачем нам обходить? Ведь правда? А в принципе, туда мы сможем попасть, непосредственно прыгнув вот на этот батут. Так, быстрее давай. Так. Так. Может быть, наоборот нужно сделать. Давайте попробуем сделать наоборот. То есть отсюда как-нибудь запрыгнуть наверх. Потому что с той стороны я тоже могу попасть, и это будет гораздо быстрее. Это мне нужно обходить. Все понятно. Да, мне с этой стороны определенно нужно все это делать, действие. Так, давай. Поперли очень сложные загадки, на самом деле, которые так быстро, ну, мимолетно, там, с первого раза не решишь. Так. Ох. Фух, отлично. Я это сделал. Так, теперь, что у нас тут с вами? Мы можем туда пойти. Спокойно, попанус. Эл. Или миру свое личико тоже. Ой, умнички.
хорошо, быстро умерли. Так, нам с вами вообще нужно куда? Я пока не понимаю, куда нам с вами нужно. Так. Давайте сначала попробуем попасть... сюда. И посмотрим, что это мне даст. Так, это воспоминание, хорошо. Так, значит, здесь мы были только ради воспоминания. Нам, по сути, получается, таким же методом нужно попасть на другую сторону. Без проблем. Подожди. Стой. Стой, 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 стой. Нет, здесь нужно немножко по-другому. Так. Так, если мне нужно попасть туда, то мне нужно сделать вот так. Так. Нет, не успеваю. Нужно подумать. Я не успеваю прыгнуть туда. Отсюда я. Так, здесь нужно применить. Ладно, хорошо. Тогда получается так, что мы в очередной раз падаем. Потому что я тороплюсь, пытаясь пройти это долбанное место, я уже его ненавижу, если честно. Так. Здесь. Чего? Ага. Так. Сейчас. Сейчас все будет. Я догадаюсь, как это пройти. Мне нужно попасть... Алиса, в конце-то концов, ну сколько можно? Так. Так. Вот и все, и... Полна мать. Вот так вот нужно было проходить этот момент. Просто скидываешь гранату и все. Ух, я догадался. Я молодец. Не правда ли? Так. Так. Тихо. Уберет шипы, да? Нет, это не уберет шипы, но это даст мне возможность по этой невидимой херне так пробраться куда-то дальше. А я-то думал, испугался уже. Так. Угу. Ладненько. Давай попробуем. Так. Отлично. Вроде бы относительно быстро продвигаемся дальше, но мне кажется, можно было бы быстрее, если бы я не тупил в некоторых моментах, которые действительно... Несложно догадаться, но мне почему-то кажется, что это сложно. Понятно.
Я понимаю. Да, ну все. Фух. Я уже напугался. Так. Подожди. Что мне это даст? А, это шипы убирает. Хорошо. Так. Так. Оп. Фух, успел. Успел, успел, ребята. Это просто замечательно. Так, дальше. О, как-то далековато. Кажется, что я не допрыгну. А, вот все, он едет сюда. И теперь он едет отсюда. Ну, я же допрыгнул. Блин. В принципе, если у нас с вами такие дела, то зачем нам ждать, да? Так. Так, отлично. Пошли он. Что у нас тут? Точка. Пошли он. А здесь у нас что? Ничего. Так, здесь стекло. Все что ли? Так. Фух, как-то я что-то не думал. Вот здесь можно будет умереть, и поэтому как-то неосторожно. Ой. Да берись ты, господи, ну почему она не начинает зарабатывать? Так. Да тихо ты! Долбаная игрушка! Сука! Свались нахер от меня! Слышь, ты что, меня зажала, что ли? Ты падла? Ну ладно. Хорошо. Я не против. Так. Угроза, обещание и добрые намерения нельзя приравнивать к действию. Ты большой молодец, конечно. Куда мне дальше? Сюда, да, наверное. Угу. Давай-ка спрыгнем. Так, это я понимаю, так если мы уменьшимся с вами, да? Сможем мы этот лабиринт пройти, дойти до бутылочки. Но мне бутылочки, в принципе, эти нафиг не сдались. Поэтому я предпочитаю, наверное, пойти дальше. Так, рычаг. Где-то наверху. А, вот. Давай. Потянем рычаг. Что-то я не совсем понял. А, это мы с вами уменьшимся. Это что, нам в любом случае что ли нужно? Ну-ка нет, подожди, стой. Дай-ка я попробую здесь как-нибудь где-нибудь. Ага. Но это единственный путь, который я вижу. Действительно, пока что. Ну, тем более он цифрой 2 здесь показывается. Блин, ну куклы это вообще реально жуткая тема на самом деле для меня. Не знаю, как для вас, ребята. Так. Понятно. Так.
Так. А я просто почему-то оно остановилось, поэтому я и думал, что нужно прыгать. Ладно. В итоге прошли все же этот момент. Так. А откуда я это должен сделать, у меня вопрос. Так, ладно, давай поставим. А, да? Так. Ага, хорошо. Так, отлично. Так. Это... Бона мать. Что? Почему я... Сюда, да, нам с вами. Так, не торопимся. Выжидаем. Так, пятерочка. Так, ну тут уже какие-то сложные лабиринты пошли. Ага. Ага, 666. Все, хорошо, отлично. Ух, мы прошли с вами это место. Хорошо, мы улетаем куда-то дальше. Угу. Так. Так, так. Ау. Ау. Ничего я пока тут хорошего не вижу. Иди в жопу. Так. Здесь у нас с вами какой-то обходной путь. Так. Это что? Куда нас ведет? Это куда-то обратно, да? Да, это обратно ведет. Чтобы мы могли... Стерва. Ага. По крайней мере, ты меня уже не будешь раздражать. Так. Что-то мне подсказывает, что мне нужно опускать вот эту хрень. Какого? Что? Что это было? Ох, слишком много падаю. Слишком много всего здесь, блин, становится. Слишком много таких предметов, которые как-то... Тихо. Отвлекают. Так. Так, там сверху рычаг. Значит, все правильно, я думал. Что это мне дало? Это мне с той стороны открыло рычаг. Блин. Thank you.
Попробуем здесь на скорее как-нибудь пройти. Так. Фух, успел. Как-то мне вот в этом месте не очень нравится, если честно. Дофига дурацких ловушек. А головоломок даже... Почему я все время это называю ловушками? Это головоломки. Так, здесь, значит, нам с вами нужно применить... Нормально. А, пока вроде ничего сложного. Семейство крысок. В смысле? Так. Ух. Тихо. Так. Они здесь по очереди идут. Так, теперь ты. Так, теперь ты. Ага. Да, да какого хрена ты застреваешь, ты? Алиса, ты плохая девочка. Ты плохо себя сегодня ведешь. Так. Ага, ножнички. Давайте подумаем. Так. Дальше. Так. Давай, выдвигайся. Так. Вниз. Подожди. Странно. Давайте, кстати, прокачаем оружие, наш с вами чайник, наверное, чтобы он наваливал. Так, чайная пушка теперь у нас золотая. И останется нам прокачать только... Спасение страны чудес означает спасение себя. Это я уже понял, котик. Так, прыгать, прыгать, прыгать. Куда прыгать-то? Сюда, что ли, в бок? Ну ладно. Нет. Ух, хорошо. Не заметил шипы. Охренеть, вот это уже ловушки становятся, а? Отлично. Фух. Дальше. Ага, вот мы с вами добрались до ножниц. Так, подожди, ну, все пальцы нам указывают, что нам нужно туда. Ага. Фух, это уже реальное испытание для моих нервов, все эти уровни проходить. Вы не страшные сопли. Что здесь?
Обваливающийся уровень. Замечательно. Хорошо, что он обваливается хотя бы не подо мной, а передо мной. Так, что у нас здесь? Слушай, я уже приду куда-нибудь? О, какая-то новая кукла, да? Новая жуткая кукла. Ну все, паскуда. Хорошо. Спокойно. Короче, так. Теперь ты. Так, попанус. Да не ты. Так, хорошо. Подожди. Покажи свое личико. Личико покажи. Так, точно одним ударом двоих. А ты уже голая, да? Ой, как тебе больно, наверное, было. А, ты тоже давай. Ух, так, теперь мы с вами можем дернуть рычаг в очередной раз. И что? Это вызвало какой-то лифт. Это было потненько. Так, ладно, ребята, этот жуткий подвал мы с вами прошли и увидимся в следующей серии. Ну а пока, ребята, подписываемся, обязательно ставим лайки, обязательно комментируем. Всем спасибо за просмотр и всем пока!